мы рассмотрим проводную оптическую мышь Detach модели DE5022G. Данная мышь обладает технологией слежения G-Laser Double Lens, которая обеспечивает преимущество по сравнению с оптическими мышами и позволяет более плавно и точно отслеживать перемещение курсора практически на любом типе поверхности. Регулируемое разрешение DPI от 800 до 1600. Переключение производится кнопкой на корпусе, которая одним нажатием переключает скорость мыши. Из-за нескольких вариантов расцветки мышь прекрасно подойдет как для женской половины пользователей, так и для мужской. Интерфейс подключения USB 2.0. И при этом не нужно специально устанавливать программное обеспечение. Просто подключите мышь, чтобы начать работу. Стильный и эргономичный корпус. Элегантный и компактный дизайн. Идеально подойдет и для пользователей ПК и ноутбука. Благодаря тонкому дизайну легко поместится в любом чехле или сумке. Глянцевое покрытие. Подходит для работы как правой, так и левой рукой из-за своего симметричного дизайна. Мышь совместима со всеми операционными системами. Общее количество кнопок 4 и колесо прокрутки. Скорость сканирования составляет 3000 кадров в секунду. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.